батарея как подтёк. От планки. А, от планки? А сколько сдержал? Я типа 1.40 держал. Вот, радуйтесь, Серёжа. Серёжа, привет. Великий стриптизер здесь. Здорово, бро. I wanna love. Здорово. Да, вообще копченый просто. У меня здесь плечи просто горят. Там вообще жесть. Обгорел пипец. Ну чё, рассказывайте, как дела? Спрашивайте чё-нибудь. Когда на работу? Да, мы работаем. Мой братишка, матюшка. Да я слышал, бро. Прочитал в отпуске. Не, работаем, работаем. Красный малыш. Пипец вообще, мы просто как ножом сняли. Не, Захар нормальный чувак. Мы с Захаром дружим. Захарчик раньше в хоккей играл, а хокеры все дружат, так что все окей. Ну что, спрашивайте что-нибудь, что я говорю? Молчать буду. Он в Новосибе играл. В снайперах играл. Ему 24, то есть на 3 года. Ну, получается, 95-4. Ой. Сегодня лайтовый денечек. Завтра вообще будет лайт. Выходной. Вот. Че еще? Нет, ну мне самому интересно. Поэтому. Зомби после зала идут. Что еще рассказать? Короче. А, мне пока нельзя рассказать, или можно? Не знаю. Нет, короче, нельзя рассказывать. Водичка. Охват аудитории. Ну, растет потихонечку. Интересуется. Что тут? Водичка. Водичка, пуля. Сейчас. Я не понимаю, что прилив или отлив. Я не подвернуть. Сейчас. Видишь, прилив. Поле волейбольное затопило. Да не буду спойлерить. Давай вопрос, Сэм. Ну ты то, что не написал это, да. Вчера вообще огонь был. Yeah. Серег. Ну ты же можешь договориться через жену свою. Она сразу напрямую как-нибудь. Вылезет. Чтобы твой, блядь, показали. Поржу. А ты с мужчиной с вами расстался, Серег? С Аврамом расстался?
Да, нравится, все круто, но девочку хочу любить, хочу вообще. Не хватает, короче, мне здесь кисы. А в одиночках торчать я не хочу. Не, так мы угораем с чуваками, но это не прям уж. Не каждый день этим можно заниматься. О, у тебя новый кавказец, нормально. Давай, обнял, бро, пока. А чё ответить мне-то? Здорово, всем здорово. Ой. Сегодня фотосет здесь устраивали. На фламинго. Чё? Давай. Захар. Давай. Позови какую-нибудь мне девушку. Позови мне какую-нибудь девушку. Можешь меня пропиарить? Садись кушать на нас. А это в прямом что ли? На 10 человек? На 10 человек. Эй, что за вопросы? Посмотри, просто как все начало. Вообще никто ничего не предвещало. Спортики. Что-то ананас, блядь, тухлый. Фу, блядь. Здорово, здорово. Погода топ. Привет из Москвы. Фламинго, как дела? Ты что здесь вообще? Ну, я их тренирую, они, конечно, еще такое. Подсказываем. Потому что мои битки. С этими... А пока отдыхайте, отдыхайте, пацаны. Сейчас покушайте, потом в логово спать. Я, ну, вообще, я здесь самый крупный, как бы. Самый умный. Вот. Поэтому да, у меня все сгорело. Привет, привет. Это сколько качаюсь? Не, ну я только с утра только с утра занимаюсь, пацаны, вечером, а я с утра. Да подожди, чё, я не успеваю. Рудик, Скляр, уйби. Какого? Есть. Какого штампа? Ты про что? Нас сегодня украсили наш хамам. Вообще. Привет, привет, привет.
Че еще, блядь, рассказать? Не знаю, блин, я все местные не хожу. Русь. Русь, Москва. Чемпион. Forever. Короче, дело к ночи. Я хочу позвать на проект какую девушку себе. Я буду тщательно выбирать. Вот. Я не хочу звать ту, которую не знаю, а хочу позвать ту, с которой у нас были какие-нибудь хотя бы симпатии. Вот, поэтому... Не, Гриша... У тебя с Гришей симпатии. Вообще, он, может, умер или нет? Кому я пришел? Ну, к Юле пришел, но с Юлей мы друзья, поэтому... Поэтому никак не сошлись. Просто дружим и поддерживаем друг друга. Сеичу. Сергей Алексеевич, welcome aboard. Привет, с Дома 2 вам. За еду? За еду. Это вообще капец. Слушай, ну у нас здесь есть чувак, короче, ну, который здесь помогает нам. Чандра его зовут. Вот за место Чандры может Гришу позвать, чтобы он здесь это... Лодку мыл там. Пляж чистил. Поэтому завтра давай. Короче, у нас план, мы с Захаром хотим снять видос. Сэм, снять видос хотим, знаешь, типа это, ну, дичь какую-то старую. У нас есть здесь одна история, блин, вообще. Посмотрим завтра. Наверное, это снимем в нашем стиле, вот это как крутик, как это, как макнегры всякие, вот такие вот. Привет, привет, привет. Ой, друзья, друзья, как тяжело. Чё, Захар, чё дрявый со стороны? Нет, все чуваки нормуют, на самом деле. То, что там, не знаю, там по телевизору, нет, чуваки здесь, ну... А когда это было всё? И какой футбик ты? А, я понял, в этой... В... Как он? Камчатке. А когда? Чё мы смотрели? Я не помню. Это летом было? Надо что-нибудь спросить.
Только Захар ел. Типа, как будто бы. Блять, нахуй. Хлеб понюхал просто, когда диету написать. А, ты чисто это понюхал? Да. Блять, это лютый просто видос. Просто на сушке, блядь. Да, музыка такая. Ну, можно, кстати, да, и про диету что-нибудь. Сколько времени? Че? Нет. Завтра снимем видео 100% теперь, 100%, 1000%. Ну, завтра время будет побольше, ну. Да. Сколько времени? Да не знаю. Сейчас. 0:40. Завтра парк приезжает или нет? Да, завтра... А, вот, завтра, смотрите. Напишите, как думаете. Ну, я вот ломаюсь. Завтра, короче, барбер приезжает на остров. Это вообще редкость. Чтобы, короче, постричь. Тебе принести, типа, того? Не, ну тебе, типа, принести? Что сделать? Ну, давай. Я тебя сразу прочитал, просто. Не, ну может не захочешь. Я просто не могу. О. Бунгало. Захар и Мандезир здесь живут. I found you. Захар норм. Вообще не. Все пуля. Мне спрашивают, как ты Захар по общению? Как ты Захар по общению? Ты по общению вообще как? А? Ну сейчас. Да сразу видно, что ты дело продавал. Слышь, ты как вообще по общению? Да не, просто реально прилепило. У вас как пионерлагерь, дневной сон есть? Скажи, ебать, для нас дневной сон, это как вообще золото просто. Ну да. А на все... Сейчас я, подождите. Сейчас я подожди. А у меня все человек сидят, ну сейчас я. Сами большой восьмерки, блядь. Нет, у меня пятнаха. Пятнаха? Пятнаха. Бля. Блин, нас забей, оставь. Да ну нахуй. Слышь, ну ты будешь отвечать как-то по общению? У меня в прямом эфире человек. А 16. Довольно такой. Подходите ко мне тоже. Сейчас. Ко мне только Как ты хочешь этим кругом вести? Ну потому что я подкидываю, блядь, плавно. Потому что я его подкидываю. Да ну нахуй. Что ты хочешь, потому что я его подкидываю? Это вообще, блядь. А, чё он здесь? Что с тобой? Не, это... Местные просто туристы. Подходите, говорю. Подходите. Фух. Чё еще рассказать?
Слышь? Здесь что агрессирует? Жесть, у вас весело, конечно. Да сейчас вообще все отдыхают наоборот. Ничего веселого. Просто пока сама идет. Захар татухи покажу вам. Бусы какие-то, блядь. Что ты делаешь? Я татухи твои смотрю. Чего? Татухи. Че ты меня снимаешь? Ой, а че я вас начал снимать и все лайковать начали? А? Вообще это мой эфир, идите отсюда вон. Вообще мой эфир. Короче, пусть качки отдыхают. Украинский диалект. А он. Хохол. Ой, блин. I thank you. Блин, вот бы как-нибудь этим какой днем бы в эфир выйти. Такие здесь виды, конечно, вообще. Пушки. С ними начать заниматься? Нет, я занимаюсь. Они просто вечером занимаются, а я с утра. Поэтому все думают, что я не занимаюсь. А я занимаюсь, пока все спят. Я вам завтра, если будет возможность, сториз запишу. Покажу, как я треню жестко. Короче. Молодец. Молодец. Молодечек. Короче, буду звать девочку на проект еще раз. На Деда Мороза. Ну, если только какого-то сэшельского. Все говорят, сбрей усы, сбрей усы. А я не буду сбривать. Я их отращиваю. Так вот, завтра барбер приезжает, и я думаю, стричься или нет. Стричься опять на... Ну, как я был лысым. Или нет. Или отращивать дальше. Потому что я уже устал просто переводить воск на бошку. Не стричься? Ну вот я думаю, что пусть отрастает. Но, блин, иногда это прям бесит вообще. У меня кепки нету. Блин, я просто вчера говорил, что у меня вещей просто... Не буду, бро, ладно. Вот это мой брат. Джер Матвей Рудаков. Так что... Подписывайтесь к нему. Восходящая звезда хоккея. Играет в хоккей. С усами норм? Ну да, сейчас чуть-чуть отрастут и все. А то они... Как эти, как щетки, блядь. А я думал, Дима, да, твой воск у меня, Масюш.
Я тебе скину денежку на новый. Майку завязать как бандану? Да не, надо кепку. Но будет время, когда отпустят магазин, надо кепку себе взять. Как у тебя дела вообще? Дела хорошо. Вот. Но могли бы быть и лучше. Друзья, друзья, ладно, я пойду полазю еще в инете. Всех обнял. Как говорит Поля, миром правит любовь. Всем чао.